Ну чё, народ, давай проэкспериментируем компанию, во-первых. Башня Вавилона немного обождет. Мне сейчас интересно. А, ну да. Что мы сможем здесь придумать? Вот чего и ничего особенного такого не сможем. Ну попробуем. В принципе. Я даже с 80-м справлялся. Так что может быть. Там бонусы-то какие были хорошие. Да, тут уже как бы некогда бесполезно справляться и пытаться даже рыпаться, но все-таки будем пробовать. А вдруг еще один смогу левел поднять? Было бы неплохо. Да, два оставшихся живых героя. Ну-ну. Что это такое? Я проиграл, все понял. Далеко мы не смогли продвинуться так, как бы я хотел. Ладно, башню Вавилона поперли. Топтать. Грязными подошвами. Так, можно как-то этот дурацкий чат мне вообще нахрен скрыть? Он мне своими, блин... Нажмите изображение, чтобы принять участие на событии и получить несметное количество наград. На изображение нажал. Русские, ничего, что русские. Мир. Так, понятно. Так, а чё русские тут? Написать надо что-то или чё тут вообще? И в итоге я ничего не получил, да? То какого чёрта попроходил по браузеру? И нафига оно мне надо? Так вот на телефоне нажмёшь, кому-то подсоединишься, блин, и потом скажешь, ой-ой. Храм слияния. Умное слияние. Есть... Ты кто? Давай. Это наша кошатница, да? Но ранг-то у нее тоже не самый суперсильный. Так, быстрое слияние. Мне это вообще никак не канает сейчас. Ха. Абсолютно. Это будет такой мне профоблом, что ж капец, зал славы. Ну и что дальше-то? Награда. Рампыли. Так, воды. Давай горцуем пригород. Башню Вавилона пошли теребонькать. Ой, у нас тут много этажей надо попроходить. О, может это хоть получим нормально. Так, это сразу убираем, тебя тоже.
Так, себя вперед. Нет, вас назад. Так, ты у нас идешь. Just try to keep up with me. War is not a game. Так, и сюда. И вперед. Ты назад. Так, ты у нас. Нет. Ты. А, ты вроде сзади будешь стоять. Погоди. А, да, вот все, ты спереди, вот эти двое сзади. Все, вот с ней эти двое спереди, а те двое сзади, блин, запутался нафиг уже. Все, начинаем бой. Черт, не успел это выключить. Жалко, что не успел, ну ладно. А что за аним... А, это анима... Все, понял. Это анимация их не суперударов. Блин. Они бывают первый раз, когда их используют, его показывают, а тут просто постоянно будут показывать. Ну, вот это, в принципе, хоть и прикольно, но нет. Не совсем прикольно, как бы я хотел. Это 2000 у меня пока боевой рейтинг. Ну, растем потихоньку, но уверенно. Может, кстати, получим еще одного героя пятизвездочного. Какого он класса будет, это вот мне интересно. Сколько у этой башни вообще этажей? Что меня вот обидело в Лиге Ангелов, что там конечные башни. Ангел Хевен Фьюри, там она бесконечная. Там было прикольно. То есть, ну, хоть до усрачки ползи. Как раз задания повыполняем и новичков тут, и не новичков. Ну, правда, как тут, блин, в соцсетях переслать ту игру, это вопрос хороший. Вот это вот я до сих пор не понимаю. Так, отлично. Уже 62 уровни. В принципе, я еще 10 этажей смогу сделать, да? Надеюсь. Ключевое слово такое. Надеюсь, возможно. Но не точно. Так, дальше пошли. Супер валуи пак. Слушайте, ну не даваться сейчас, ей-богу, своим супер валую. Так, ну, эти этажи ничего конкретно не дают. Нормально. Пока спокойно справляемся. Ну, в принципе, это и не удивительно. Вплоть до 70-го будет все в порядке. А дальше уже, ну, как повезет. Повезет в смысле по компоновке вражеских войск. Тоже ежедневные задания, скорее всего, будет определенная точка, после которой их я уже выполнять смогу только по одному. Не факт, конечно, но очень сильно вероятно.
У героев же есть определенный максимальный ранг, не забывайте это. У этих пятизвездочных вроде там 100-й что ли. Пятый, погнали. После 70-го немножечко надо будет отвлечься. Неуязвимость под конец хп его дается, понятно. Опять, нам дается много золота вот этой вот хренотени, которая нужна для развития героев. Полезно. А с другой стороны, бесполезно, потому что баночек опыта тогда не хватает. И вот нет никакой миссии, чтобы собирать именно эти баночки. Это немного как-то обломно. Так, опять 66-е. Или... погоди. Сейчас следующие посмотрим, какие будут. Тут вроде по уровню ж каждый этаж растет. Вот на 60-м этаже еще пятерочку дадут, как раз призовем героя какого-нибудь. Ангела бы поднять звездочком. Или какого-нибудь другого персонажа СССР-класса. И... так, порядок. Давай-ка посмотрим. Во-первых, по заданиям. Опа. Опа. И все. Жалко. Так, сумочку давай заглянем. Отлично. А, это рандомно, что ли, кидает? Да это издевательство. Ладно, фрагменты. Наконец-то у нас есть фрагмент. Кто нам выпадет? Да, да. Я промолчу. О, тигрил. И сисястая кошатница. Так, что у нас там по событиям? Где-то новичка. Угу. Так, 2300, да? Дойдемся или нет? Купить на рынке 5 раз. Вопрос, что купить? Можно меч прикупить. О, призыв есть. Конечно, глупо. А вот такую хрень куплю. Здесь как раз посмотреть, что это такое. Так, 15 раз на обычной или боевой арене, 5 раз командных наград таверны. Но это все будет сделано. Ч?
что еще мы можем слить? Так, это норма, это я все поддерживаю. А по поводу умного слияния... Тигрил. А мне тигрил, в принципе, нафиг не нужен. То я потом смогу с кем-то с другим слить. А да-да, короче, парней... Да, мы точно, мы всех парней будем, короче, сливать, делать так, что они будут баб, короче, пол будем их менять. Злобно все. Ну, правильно. Да почему нет? Так, ты. Life will one day run out on us all. Стоп. А что он дает? Вот зачем нам это проходить? Ты сейчас серьезно? Так. God's witnessed everything that happened. То есть... В принципе... Забавно. То есть получается, что... Так, где еще герои-то у нас тут? А, галерея. А, это вон чудику. Лапу-лапу. Я не помню, мне герой достался такого уровня или чё? Покажи-ка мне. Мне просто картиночка из героя. Не понял. Я бы 250 уровня героя сейчас, блин, бы не отказался. Ох, весело бы миссии пошли попроходить. Ладно. Максимальный левел героя 250. Надо это учитывать. А вот теперь вопрос-то в другом. Насколько долго длится кампания? То есть, в принципе, если максимальный ранг героя, значит, игра конечна, что ли, получается? Кампания так точно, это и так понятно. Я не скажу, что тут быстро просто так все происходит, так что голову пока парить себе этим не надо. Так, 68-й. Сколько сейчас можем этажей пройти? Пройдем. Да вам интересно, куда я смогу дальше тут упереться? Пять девятое. I failed. It's for victory. The ice melts away. Опять 69-й, да? Повторяется. Хорошо. Break the limits. For victory. Далеко все-таки сможем продвинуться. Здесь у нас уже 70-е. Погнали. До 70-го этажа, может быть, доползёмся. Потихоньку, полегоньку.
ты уже с красными звездами, это плохо дело. Дальше. Пока справляемся, надо идти. Идем, короче, до упора. Что тут стесняться-то? Вот 70-й уровень мне уже нравится. Но правда противник мне здесь не очень начинает нравиться. И какой-то он больно сильный. Можно послабее так. Чуть-чуть. Это где-то башня Вавилона, надо было много раз проходить, а я все забивал болт. Она к ежедневкам в основном относится, эта башня. Чё, давай-ка повыковлучиваемся. Так, здесь эти двое держат просто на идеале. Эти тоже здесь хорошо справляются. Что, уйдем далеко. Золото мне не помешает для улучшения, конечно, этих артефактов. Доспехов, так сказать. Но нужны будут сами еще артефакты. Другие, точнее, доспехи, чтобы улучшать. В принципе, думаю, справлюсь, не проблема. Опять, там, наверное, мы можем перепроходить вот эту вот всю ерунду для того, чтобы бонусы адекватные себе сделать. Я вот сейчас так подумал, скорее всего, так оно и есть. Ну и как вам? Нормально мне постановочка. Видишь, как говорится, первый удар они наносят, а потом уже в стыл очень хорошо действуют. Просто по идеалу. Докуда мы пройдем? Все-таки мне интересно. Блин, я вот не знаю даже. Я не по боевой силе смотрю, в основном по уровню. Тут влияет на это все, я смотрю, боевая сила и уровень. Туриста кусок. Так, 44, да? Жесть. Просто лютая жесть. Главное, чтобы они это не поправили, тут резко неожиданный момент. Хотя игра, да, игра же не новая. Конечно.
Значит, не так специально ставят. А просто в новых играх бывает, ты проходишь, потом они, о, разработчики, надо бы поправить это, давайте мы усилим. И в итоге ты дальше не можешь ничего сделать, просто стал на месте, так не знаю, на месяца три. В итоге, здравствуйте, приехали, получается. Ни нашим, ни вашим. Так, они мне почти моего танка-то завалили, это плохо. Это не считать того, что у нее еще плюс щит добавок. Но щит вообще-то огромный себя не должен уложить, но, блин. Видишь, как ее хорошо кроссует. Прям круассарят по полной. А хотя здесь уже получше. Ну, мне одного убили героя. Плохо. Дальше идем. Силы растут, как говорится, и противник тоже не тупеет. Это я как-то вот сейчас не понял, что это случилось, но ладно. А, я думал, немножко получше будет. You can't get away from a moon elf. Perhaps I'm not good enough. Пока меня еще не пришибли, так что сражаемся. Я чувствую, это ненадолго. Не трогать ангела. Да, это наша, как там, Валькирия или как ее, вот эта вот хреновина, очень хорошо прыгает, я смотрю. Ну-ка, как здесь покажете себе? Плохо, мы пока тут развлекаемся. 85 уровень сейчас возьмем. Башни. А, ну, тут, вероятно, недолго осталось развлекаться, но хотя побеждал противника, это сильнее себя. Ну, это NPC в смысле. Игрокам-то это как-то странно будет относиться. Все, силы теперь равные практически. Ой, да мы сейчас это завалим, она очень много сил дает. Нет,
Нет, слабых звеньев практически нету. Можно, в принципе, даже теперь ее убрать и поставить Сайбера. Для пущего кошмара. Давай сделаем. Просто на таких уровнях уже. Нет, с подхилочкой было намного лучше. Значит, ее убираем, ставим опять нашу крылатую предвестницу. Проверим. Ее убивают в первую очередь. Если не считая этого, то все в порядке. Ну все, да. Смогли куда, туда прошли. Но мы далеко, кстати, уперлись, я удивлен. Даже удивительно. Редко кому удается пробиться хорошо. О, Рафаэль. Так, у меня вроде еще должна была одна быть. О, мы еще призыв сейчас можем сделать. Слушай, сейчас мы, чуваки, запилим тут. Сколько на времени? Отлично. Такая будет. Неплохая серия выйдет. Так, город. Я как раз хочу кое-что проверить. Это если попробовать круг полностью начертить, можно больше звезд объединить. О, отлично, слушай. Два получилось. А это неплохо, я тебе скажу. Так. Мне свет, пожалуйста. Мне нужен какой-нибудь хиллер хорошего тоже. Ранга желательно. Да, твою ж налево. Ты издеваешься? Подкинула мне. Огрызочек, блин, спасибо. Так, ладно, в алтарь слияния пошли. То есть, да, у нас он хотя бы повышается, и наша подруга тоже скоро повысится. Но Рафаэль у нас есть пятизвездочная. Мне бы еще добиться того, чтобы у нее звездочек было побольше. Было бы намного круче. 6 до 7 звезд. Чем не читать. Ладно, народ, на этом, в принципе, я закончу. Что это у меня там сияет? Не понял. Хорошие вещи приходят парами. Чего? Это видел, вот это и есть моя истинная сила. Да, блин, я бы сказал пару слов. Что за инфо? Ой, какой ужас, какая долбаная жесть. Всем удачи, народ. Всем пока. Вечериночка у нас. Хода. Ой, ну завтра, если будет у меня и возможность, и желание, поиграем. Что я пока не знаю. Хотел бы вот этой добиться. 60, да? Пока 13. Сколько вечеринка будет длиться? 15 дней. Слушай, наверное, смогу добиться. По крайней мере, надеюсь.